Всем здравствуйте! Сегодня у меня довольно-таки необычный выпуск будет. Вчера нас приятно удивили на работе. Я работаю в торговой сети «Аникс». Раздался звонок, позвонила управляющая, сказала: «Юля, приходи, получи помощь от нашей организации». Пришла. Она мне говорит: «Набирай на 1000 продуктов. Если что-то переберешь по деньгам, доплатишь свои». Вот я набрала на 1160 рублей вот этот комплектик продуктов, то, что посчитала нужным именно для меня. Взяла доместос, взяла кетчуп, майонез. Это наши барнаульские, кстати, довольно-таки неплохие. Любимый у многих вот этот праздничный майонез. Персоновский вообще у нас хорошие. Взяла яйцо, это избийское яйцо у нас возят, отборочка, крупные прям яйца, хорошие, желтые внутри. Взяла 2 десятка яиц, взяла лук, кончился дома как раз, взяла сыр швейцарский, ануйский, тут почти 0,5 килограмма, вот такой сырок, хороший. Сырный продукт, это у нас Буланиха поставляет. Алтайская буренка. Сырный, сметанный продукт. От сметаны не отличить вообще. Я уже его открывала, с борщом поела вчера вечером. Камбалы взяла. 4 рыбины здоровенные, прям такие были. С икрой попались 2 рыбинки. Я уже их разделала все. Заморозила. Я всегда рыбу, кстати, так делаю. Сразу чищу. Разрезаю, как мне надо, в пленочку и замораживаю. Потом кусочек взяла, пожарила. И апельсины. Ведерко апельсинчиков получилось у меня. Вот на 1160 рублей. Вот такая помощь у нас. Не так много, но приятно, я вам скажу. Я думаю, не все организации у нас в городе позволили себе такое. Вот такой обзорчик получился. Запаслась немножко рыбкой. Сейчас покажу вам запасы, какие получились. Убрала я камбалу уже в холодильник. Вот так получилось. Камбала. Горбуша запас у меня. Тут 2 рыбины горбуши. Скумбрии 4 рыбины почистила тоже. И там головы от рыбы, от всей, на уху. Вот такой запас рыбы. Но я рыбу очень люблю, поэтому для меня это, ой, как для котика, прям для кошечки. Тут запасла грудки куриные, бедрышки. Вот 4 упаковки. Кусок говядины. И там еще у меня бедра. Вот эти голени. Заморозочки немножко. Тут у меня перцы замороженные, это кабачок. Кстати, хорошо добавлять в этот фарш, что в пельмени, что в манто. Манто вообще шикарный получается. Тут у меня Виктории пакетик, лимон. Иногда, когда надо, цедру лимона, прямо от мороженого удобно. Раз его, раз пошоркал и все. Короче, я думаю, на самоизоляцию, если мы усядемся, вдруг, не дай бог, то... Запас есть. Аникс о нас побеспокоился немножко. Приятно вообще. Очень приятно. Спасибо им. А теперь я покажу, как мы готовились к Пасхе. Начали уже готовиться. Я выходная на Пасху буду, но покажу вам подготовку, как мы начинали. Я видео сниму, как он мне позже отправлю. Да. Все. Дайте, дайте. Сами заяц. Давай. Заяц. Сиди тут. Давай. Сиди, сиди. Вот он. Все, сидит, 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 посиживает. Все. Все. Поехали. Юля, это самое. Сиди тут. Все, можем, расходимся. Можем будешь, можем будешь.
Вот такой хлебушек надо печь. Смотрите, какой пышный. Вот кто хочет хлеб такой печь, заходите ко мне на канал. Погода на улице шикарная. У нас, как всегда, в том углу двора еще снег лежит, а здесь уже там почти 20 градусов. Вообще передают до 27 градусов будет на днях. Народ, наверное, весь на природу повылазит. Заражение будет гораздо больше. На сегодняшний день у нас, перед Пасхой как раз, 53 человека зараженных в крае. Из них почти все в нашем городе Барнауле. Человек 10, наверное, на край, а все остальные из 54 в Барнауле. Тут у меня продолжают цвести мои цветочки, расти. Все у нас прекрасно, за исключением этой бяки с коронавирусом.